Всем привет! Сегодня я встречаюсь со своей очень дорогой подругой Кэти. Там мы не встречались, решили сегодня встретиться. Купила его такой вот цвет, очень красивый Кэти. Надеюсь, ей очень понравится. И вам тоже понравится наша встреча. Все, увидимся. Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина. Вот такие цветочки вот подарил красивые, ей понравились очень. Все супер, пошли. Бегом. Друзья, едем на выставку. Кэти рассказывает, как ей там все понравилось. Особенно статуи очень большие, говорит, там 4 метра. Вот. Рассказывает очень веселую историю, но как раз не расскажу вам. Это очень такая... личная история, веселая. Вот. Ну все, все, мы поехали дальше. Друзья, ну что, все, выходим из метро. Кэти отказывается категорически сниматься. Она очень стеснительная. Вот. Ищем выход, на какую сторону нам выходить, налево или направо. Друзья, вышли мы. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Отдельно ставим Кэти лайки обязательно. Все, пошли дальше. Друзья, покажу вам усадьбу. Очень известная усадьба находится в центре Москвы. Это усадьба. Раньше была усадьба. Потом сделали ее поселок. Да, вот Москва. Красная площадь, посмотрите, друзья, видите? Красота какая. Машины едут. Кэти, прикольно. Посмотри на меня. Кэти. Не хочет. Смотрите, как архитектура красивая. На руки замерзли. Все, идем дальше. Да, я указал. У тебя батарейка сядет, самое главное, не снимешь. Какая красота, слушайте, не могу это не заснять, не показать вам. Красная площадь. Это, друзья, смотрите, какая красота. Друзья, это торты. Ангелочек. Какие торты. Красиво. Красота такая. А это, смотри. Друзья, посмотрите, какая красота. И Катя опять мне мешает снимать. Это у нас там называется храм Христа Спасителя. Друзья, мы пришли в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Да. Друзья, ну все, мы вошли в музей, переоделись, куртку сняли, куртки. Сейчас пойдем, мы будем подниматься. А мне... Друзья, какая красота. Все, смотри, читай. Ох, не знаю, куда дай, что. Пойдемте. Он даже Кэти сказала, будет проводить мне экскурсию. Ты все должен читать. Здесь есть реплики, есть оригиналы. Не, ну все читать невозможно. Ой, какой большой. Офигеть. Только нашел эти батарейки, сейчас сядет. Все, пойдем. Вау. Да-да-да. Красота, ребят. Вау, вот это мужчина. Вот это мужчина с достоинством. Это Давид.
смотри, это Давид. Подлинник мрамора в Академии Флоренции. Италия, это слепок. Смотри, какие у него пальцы. Офигеть. Такие ноги большие. Показать, как я рисовала? Да, покажи. Ну, чуть-чуть не похоже. Сейчас. Так эти у нас рисует. Это Венера. А где? Вот это что ли? Наверное, да. По-моему, да. Но и то этот придурок меня сбил. Сиськи. Кэть. Так, это кто? Так. Бюс Оставелла Гримани. Оттавио Гримани. Ну, в общем, известный человек. Подлинник в Германии, в Берлине. Угу. Это слепок. Вау, какая красивая скульптура. А вот это вот для слепания. А там что? Кто там внутри? Какой-то папа. Папа? Пойдем папу посмотрим. Не папа, а какой-то там написка, которая покажет. А, ну. Питер Фишер, старший. Герман Фишер младший. Это искусный нюрнбергский мастер-литейщик. Это, короче, ну, в общем, просто, ребята, шикарно. Приходите, сами вживую все увидите. Идеть. Сейчас обзорчик такой сделаем. Так, обзорчик. Вау, а вот это вот расскажи, Кать, про это. Это вот это. Вход в церковь. Там вот тоже написано, да? Какой-то вход в какой-то капелл или какой-то. Портал собора. Ну, да, вход. Угу. Портал сооружен в начале столетия. Вот. А главный вход – церковь Богоматери 1225 года. Это оригинал? Это слепок. А какой слепок? Нахер оригинал? Вообще, да? Не, ну мало ли. Ты прикинь, 1225 год. Это, вот это, по идее, типа, вход в церковь, вот это вот, собор. Вот на одну вот эту вот, на один этот вход нужно, наверное, потратить кучу часов, чтобы разглядеть каждую деталь. Тут их... часов, я думаю, лет. Лет, да? Офигеть. Так, пошли дальше. Катя, батарейка. Ну, какие красивые. Ну да, какая красота. Так, где еще можно снимать? Вот там. Ну, пошли. А вот это алтарь какой-то, да? Красота. Епископское место. Йорк, Сирлин, это... Это резчик по дереву, это дерево все. Это все из дерева. Mm-hmm. Здесь сидит епископ и говорит, казните, главы. Друзья, шикарно, ставьте лайки, лайки ставьте. Мы идем в другой зал. Следующий зал. Вау, а какая вот, смотрите, главная лестница, шикарная какая. Вау. Идемте. Вау, какая красота. Кытиящего. Это не себя снимаем. Вау, вообще обалдеть. Вау. А здесь нельзя? А нет. Только фото. А Франция? Только фото. Тихаря записываем. Друзья, это макет Афинского акрополя. Писать целый город.
Да какая красота! Какая красота! Так, это спящая Ариадна. Спящая Ариадна. Вау, прям 3D, просто картина 3D. Друзья, это настоящие мумии. Настоящие мумии. Чехол мумии девочки. Четвертый. Друзья, это мумия женщины. Друзья, зашли мы в соседний зал. Видите, какая красота. Статуя Артемиды. Друзья, это саркофаг. Друзья, посмотрите, через какой вход мы вошли. Офигеть. Зал истории древнего Египта, Рима. Офигеть. Друзья, посмотрите, как все расписано на стене. Какая красота. Друзья, еще одна мумия. Вон там. Вон там. Поздний. Скоро! Красота вообще! Надгрудие. Это надгрудие, представляете? Дерево. Это слепок. Оригинал в Германии, в городе Виттенберг. Друзья, как третье. Просто одни эмоции. Одни эмоции. Друзья, какой вход, посмотрите, а? Ну вообще просто. Не могу никак придумать какое-либо другое слово, как красота только и все. Божественно просто. Друзья, это гробница, оказывается. Врата в рай. Райские ворота. Друзья, это кафедра. Восторги, я просто в восторге. Друзья, надгробие. Смотрите. Смотрите, просто. Друзья, это тоже надгробие. Смотрите. Как живые просто. Это алтарная сень. Вот это вот. Алтарная сень. Какая красота. Это тоже. Наверху так вообще. Ой, охренеть. Сразу же говорю слово красота.
Это кто? Фаустина. Фаустина, друзья. Ой, какие тут красивые. Какие красивые мужчины, говорят, красивые. Офигеть. Друзья, римский император. Друзья, это богиня Победы Виктория. Друзья, это Юнона Соспита. Друзья, это Нил. Друзья, это эклектический правитель. Друзья, это Ника богиня Победы. Тирка, это женщина, как эти говорит. Афродита Миловская. Макет. Макет кого? Это рака. Мощехранилище. Там мощь с этих, ну, одного, естественно. Угу. Друзья, ну что, все, мы посмотрели выставку, посмотрели весь музей, обошли. Надеюсь, вам понравилась экскурсия по музею. Пришли мы сейчас на Арбат. Он здесь рядышком находится. Решили покушать здесь. Сейчас будем выбирать кафе. Кэти сказала, здесь есть недорогое кафе, где она обедала. Здесь Кэти просто работала, здесь в ювелирном магазине. Вот. Ну что, пойдемте ужинать. Друзья, посмотрите, какая красота. Красота какая. Прям Новый год просто. А мы все еще убираем. Где нам покушать? Друзья, пришли мы в Данкин Донатс. Сейчас будем выбирать. Сейчас я запишу. Будем выбирать, значит, сейчас вкусняшки различные. Вот. Не знаю, что там выбрать, что там, а как все предлагают какую-то. Ну ладно, мы будем заказывать. Друзья, ну что, раз, два, три. Вот такие вкусняшки мы выбрали. Кэти говорит, очень вкусные. Мы, нам еще акцию предложили, значит, выбираешь как бы 6 штук. И 4 выбираешь, то есть идет и 2 в подарок. Вот. Ну, вообще шикарно. Ну что, приятного аппетита нам. Будем кушать. Друзья, всем позитивчика. Всем позитивчика. Хорошего настроения. Смотри, какая прелесть. Улыбается. Я тебя скушаю. Ты улыбайся сейчас. Подожди.